коллеги, дорогие друзья. Естественным стремлением каждого человека является его стремление к счастью. Счастье состоит из очень простых, но очень нужных для нас вещей и дел. Можно называть по-разному. Это порядок и чистота в доме, это взаимное уважение, взаимная помощь, взаимопонимание в семье, это удовлетворение от реализации социальной жизни, дружелюбное отношение наше к окружающему миру, окружающего мира к нам. Это гармония между нашей душой, духом, психикой, эмоциями и физическим телом. Это радость жизни, это любовь, которая царит в нашем сердце. Самое интересное достижение счастья то, что внешняя среда, в принципе, не так важна, она вторична. Главным инструментом достижения счастья у человека является сам человек. При этом не надо совершать никаких героических усилий, не надо делать сизифового труда, не надо напрягаться, перенапрягаться, перекладывать что-то с места на место. Достаточно просто сконцентрироваться на позитивизме и сочетательности. На сочетательности и позитивизме. Ничего более. Только эта концентрация позволяет построить матрицу, которая преобразовывает весь негативизм, который есть еще у нас внутри, который еще присутствует вовне, в то, что нас усиливает, в то, что делает нас мощными и то, что делает нас людьми. Желаю наступающим Новым годом достроить вам эту матрицу преобразований, чтобы вы наполнились счастьем, чтобы этим счастьем поделились с родными, близкими, любимыми, чтобы вы могли поделиться со всем окружающим миром. Он так в этом нуждается. Наступающим Новым годом, дорогие друзья, ура! Yeah.
вот этот вот женский символ, особенно Владимир Васильевич, идет. Спасибо вам, друзья. Любой подарок обязывает к чему-то. Мы обязуемся быть вам еще более внимательными, более заботливыми, не оставлять без своего внимания ни одного малейшего вашего. Да слышите, очень просто. Ни одного вашего достижения, потому что каждое наше с вами достижение отдельное, это общая наша с вами победа. За победу в новом году!